Привет, представься, пожалуйста, и скажи, за какую команду играешь? Меня зовут Агасти, я играю за команду ветеринара. Мы представляем вуз СПБГАМ, ветеринарная академия. Скажи, почему так крупно проиграли? Ну, я думаю, команда против нас была очень сильная, да и к тому же мы устали. Все, и стабильности у нас особо нету. Это, честно говоря, самая наша большая проблема. А погодные условия как, мешали или наоборот, может, помогали? Ну, скорее больше мешали, потому что солнышко светило. Вот я вот пытался, когда дали выбор мяч или поле, я выбрал поле. Думал, что солнце скроется за домом, но, к сожалению, этого не произошло. Ну и минут 5 мешало это нашему вратарю. Вот. Какие в целом впечатления от первого дня игрового? Ну, впечатления отличные, давно не играли. Играли, в принципе, красиво, по ногам никто особо и не бил, жесткой игры не было, все было замечательно. Все, спасибо большое, удачи. Спасибо.